Посылка с Хакасии от Железовых, от Татьяны и Сергея. Саженцы абрикосов. 4 штуки. Серафим, Бай, Дар Небес, а какой, что тут, не помню. Этот не помню, что за какой. Место у нас для посадки их приготовлено уже. Крону подрезать не надо будет. Сейчас поставим в воду. И будут они напитываться водичкой. Тряпка вся высохла, сухая. Да, все сухо. Чуть-чуть влажно. Ничего, успели. Успели. Еще бы немножко и все бы. Вот такие корешки. Это улетает, да, видишь? Будем садить. Сейчас поставим воду. Посадочные места для абрикосов. Будем сюда абрикосы садить. Раз, два, три, четыре. Там заложены кирпичи вниз. Песок. А потом торф с песком перемешан с боровым. И вот такие сделаны холмы. Потом сюда буду силос закладывать, проливать навозом, чтобы было у них питание. И сюда тоже. Тоже силос и проливать навозом. Пока они маленькие, им питание вот этого, что у меня там зола заправлена, им хватит золы. А потом корешки подрастут, они уже будут здесь питаться. Также и здесь тоже. То же самое. Вот здесь местечко. И там местечко. Вот 4 абрикоса будут у нас расти. Ну а здесь, если прорастут косточки, то это будет прекрасно. Но они прирастут, значит, не прорастут. Не судьба, значит. Ну вот эти пигалицы растут, растут. Прямо на глазах растут. Вон уже какие. Слива пшенецкая бордовая.
сил Пшенецкого. Желтые. Вон какие, братцы-кролики. Масенькие. Растут, ребята. Ну вот, будем дальше трудиться. На этом сегодня съемку кончаем. Сейчас они у нас прикопаны в ведре. В каком состоянии? О, чистый торф берет, с песком перемешивает. Садить абрикосы, которые послал Сережа Железов. Землю можешь вот отсюда брать. Здесь чистая земля. В ведро вот накладывай, подсыпай, перемешивай с песком. Землю добавил золы, перемешиваю. Азота в землю не добавляем, пока они молодые. Приживутся, потом можно будет подкормить. Вот где палочка, там посажена. Здесь? Нет. Вот видишь, здесь? Ебирка? Здесь. Здесь вот где ткнул ты. А это сено. Это ты только начально делаешь для посадки. Потом все тут обсыпать надо будет. Площадь увеличивать. И мурсти-то где? Вот колышу поставлю. Куда листва направлена? Это южная сторона. Ну, это юг. Листва вся в одну сторону смотрит. Золы сюда принеси. С песком и с торфом перемешаешь. Так все равно золото добавить надо в песок немножко. Питание-то надо хоть чуть-чуть.
Ну вот. Расти, парень, и нас радуй. Посадили триумф севера. Вот и возьми в руке, сразу расправь. Посмотри, какой длинный корень. Вон, видал? Какой длинный, какую яму надо. Во! Эти я, ладно, оставь. А вот эти вот, которые мягкие, те надо вот именно и середину. Видел? У него стержневой корень. Зафиксируй, чтобы он не ушел вниз. Вот, все. Потом ослабишь. Сейчас корни расправляю и подсыпаю под корни. Сначала в середину, чтобы там пустота в середине не была. Вот. Потом заполнишь, польешь. Потом верхние расправишь. Бока не засыпай, тебе некуда расправлять будут потом корни. Я не бока засыпаю, середину. Белая точка. Юг обозначает. Сейчас я эти кончики расправляю, вниз туда направляй. Давай, я засыпать буду, ты направляй тогда. Чтоб всасывающие были, вниз направлялись и по сторонам, а не пучком были. Ни в коем случае не загибались кверху. Сейчас вот так заглубишь и прольем, чтобы уплотнилось.
Добавляли в землю только золу, больше ничего. Земля с грядки, песок и зола в небольшом количестве. Потому что для роста абрикосам нужна слабощелочная или нейтральная. А у нас торфяники кислые. И песок боровой тоже кислая среда. Из-за этого добавляем золу. И на первое время будет подкормка зола. Пролили, чтобы земля обсела. Сейчас будем снова добавлять. И снова будем проливать, чтобы земля уплотнилась. Саженец, чтобы не проседал, подвязан колышку, чтобы уровень держался на одном месте. Потому что если просадка будет у саженца, у него корни получатся загнутые кверху в грунте, как в воронке. Стержень так пойдет, а корни потом вот так кверху поднимутся, потому что стержень просядет. Из-за этого саженец подвязывается при посадке. И потом в первое время тоже, когда поливать будем, он должен привязан, чтобы не просил. А уже осенью можно будет обвязку изменить. Сильно уплотнять тоже нельзя, потому что корешки молодые, они будут обрываться, если сильно нажимать на землю. Вот здесь он зафиксирован веревочкой, чтобы не обсел вниз, когда поливаешь. 2 сантиметра земля обсела. Это вот если бы саженец не подвязан бы был, он тоже так же бы ушел вместе с землей. И корни бы получились бы загнутые. А некоторые бы обломились в земле. Потому что почва их бы просто бы пополам согнула и все. При просадке. Так ты с землей и этим самым песочком прослои. Вот этот привезен из леса. На нем растут сосны. Ну вот Вова сделал смесь. Добавил немного торфа и золы. Сейчас будет садить. Полить? Да, полей, чтобы оно просело, и они корешки расправятся правильно. Вот и уже видно, где пустота. Да, уже видно будет, где пустоты будут. Сейчас подожди немножко, вода уйдет, и будешь добавлять. Да, я зачем я говорю, что поливать всегда надо в лунку. Я же яблоню так же садила. Я 10 сантиметров земли добавлю, пролью. Она обсядет, я подожду, потом 5 добавлю земли. И все, и нормально, она потом и не проседала никуда. Потому что на веревочке привязана, зафиксирована, и все нормально. И корешки правильно лягут. Никуда не загнуться, не изогнуться. И
и все пустоты заполнены будут. Сейчас так вот заполнишь и снова пролей. Потом вода пропитается, потом только добавляй. Еще немножко полей. Видишь, дыра такая, чтобы туда ушла земля. О. Видишь, как сколько пустоты. Целая дыра. Добавляю еще земли. Сейчас вода, подожди, уйдет. Вынуждены так садить, потому что саженцы уже были с листиками. Пришлось их прикапывать дома. А потом морозы начались, высаживать не было возможности. Вот так я делаю посадки с открытой корневой системой саженцев. Вот те яблони, которые уже у нас плодоносят, они посажены были так же. Проливаем водой, чтобы не было пустот, чтобы корешки легли правильно. Саженец зафиксирован веревочкой, чтобы не проседал туда вниз. Потом уже эту подвязочку сменим, перевяжем по-другому. А пока он приживается, он будет на этой подвязке. О, дай воде уйти, не торопись. Нормально, просядет сейчас. Это все сравняешь. Сейчас обсядет вода, она уплотнится, земля. У меня в тот раз так вообще на сантиметров 6 уходила земля туда, все уплотнялось. Польешь, она все опять туда ушла, опять прольешь, опять ушла. Земля-то рыхлая ведь. Мешками притянения сделаем, и все нормально будет, чтобы они не подвяли. Вот если саженец не зафиксирован был, вот тут он уже туда ушел вниз. Вот так вместо прививки заглубляются. А так, когда он зафиксирован, уже не проседает. Он уже сидит на месте, как ему нужно. На уровне почвы. Вот так 4 абрикоса закрыты.
Сегодня 13 июня. Смотрим, что у нас на участке. Сегодня день пасмурный, можно с абрикосов снять укрытие. Это мы притеняли, потому что 2 дня были солнечные, а ночью были заморозки до -2. И потому прикрывали и от заморозков, и от солнца. Сегодня ночью опять -2 было. Сейчас сильного солнышка нет, можно снять. В таком состоянии они у нас. Листики, конечно, подвяли. Но ничего, сейчас польем. Так, зашли вниз у нас персики. Персик хасанский. Академик зашли. Косточки. Манжурский не хочет сходить. Монастырский взошел. Байлевицкого тоже не хочет сходить. Ну ладно, подождем. Так, будем снимать дальше укрытие. Ну, в таком состоянии они у нас. Листва, конечно, для пересадки это очень большая. Поэтому вынуждены их притенять, чтобы листья не вяли. Ребята, надо будем таблички приделать с названием. Это на ночь оставим, потому что, возможно, может еще будет мороз. Так, здесь Артем не хочет сходить. Амур зашли. Спаски зашел. Слива генеральная пока не сходит. Желтые хопты. До дна взошла. Пшеницкого желтая взошла хорошо. Пшеницкая бордовая взошла, переселенческая пока еще не взошла. Ну, пока так у нас. Абрикосы и все саженцы поливаю до тех пор, если я сажу с листьями. Пока у них вянут листья, значит, корневая плохо работает. Как только перестают листья вянуть, дряблыми такими становятся. Вот такими подвялыми. Перестают. Все, значит, у них корневая начала работать хорошо. Их можно уже поливать реже. Так потихонечку, чтобы вода впитывалась. Поливаем их. Вот эту часть усохшую, все надо будет вырезать и варчиком замазывать. Примутся. И начнем заниматься ими.